Всем привет, с вами Пират, и мы продолжаем проходить карту. The World of Death Return. Да. И мы закончили вот на этом лабиринте. О, блин, оу, оу, нет, нет, золотой блок, спаси меня. Нет, какой золотой блок, я не помню. Вот, золотой блок. Стой, не убивай меня. А ну, уходи отсюда. Стой, стой. Я тут, привет. О, не, видишь, сколько я прошел, даже ничего не делаю. Да. Вообще молодец. Так. Если я скажу ТП ко мне, это значит ТП ко мне. Нет, ладно? Это не если... значит ничего. Я сам... Не, просто если я загорюсь, то будет плохо. Ну, пойдешь ко мне. Да. Давай. Меня бесят эти слизни, надо их отключить, но я не хочу сейчас, а то моя аура неуязвимости исчезнет, и я умру. Так, конечно. Так. Одна из этих дверей ведет к смерти. У меня еще ведет лава. Ой, 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 ой. Ура, я прошел. О боже. Я иду к этой двери. Что это? И оба мы живы. Да, что-то, да? Ты отойди, не вижу. Ты правда думал, что мои испытания настолько банальны, как бы не так? Ой, ау. У меня есть стрела. Ой. Тут зомби. Я читаю, ты меня охраняешь. Тут зомби, бешеный зомби. Блин, мешаешь. Ну все, заходи, шоу начинается. Да, ты уже третий раз попался. 2-4. Оу. Так, смотри, что тут написано. С вами Дмитрий Зибров. И передается, кто хочет стать Кубане. В общем, ладно. Что было первое? Альфа, дета или бета, альфа? А такая существует дета? Собак, кошек. Кого так, боятся кто... криперы? Кошек. Это я знаю. Так, дата выпуска мая. Я уверен, что в ноябре. Да. Сколько пластинок существует в данный момент? 12. Сейчас я проверю. Нет, я так. Но дверь не открылась. А, ну тогда давай все жать. О, открылась. Пошли. Круто. Мы умные. Это так, просто так. Партия. Ой, как же. Давай. Нет. Нет. Да. Давай. Я умер. В паркуре. Я прошел. Я тоже. Ой. Ладно, все окей. Мини-игра, да. Битва биомов и там испытания. А... Куда это ты зашел? Битва биомов? Да. Правила битвы биомов. У тебя есть разве эти факелы? У нас нету факелов, пошли отсюда. Это ничего не значит. Мы должны все показать. А че я бить не могу? Кого бить? Все не могу бить. О-о-о, снова слизни! Ну, не знаю. Хватит, отстаньте от меня. Ну, ладно. Надо это было отключить их. Выход. Тут есть выход и есть еще. О, тут есть сундук, но в нем ничего нету. Стой. Тут ничего нету. Тут еще есть. Эй. Минутку. Я не понял. А как? Стой, тут... Вот, вот, я открыл. О. Эй, смотри. Что тут? А, фу, это туалет. О, я нашел. Кого нашел? Наверху. Стой, я спустился вот сюда. Ты слишком наивный. Окей. Открой дверь. Что наверху? Ничего. Что там было? Ну, кнопочка. Ну, открывай выход. Ну что, поболтаем? Он поболтать захотел. Во-первых, хотел бы передать благодарность Бубик и Бакс Банни за оформление постера. Чуваку с ником The Citrus Official на Ютубе. Я знаю, ты читаешь это. Успеха тебе с твоим каналом. Также хотел бы передать благодарность всем, кто меня поддерживал в ВК. Таких набралось более 30. Благодарю вам, карта вышла очень быстро.
Связаться со мной вы можете по IP вот этому, вот этому, по вот этому. Да, Артём там все показывает. А деревня посмотрите у него на видео. Да. Оу, я куда-то упал. Пока. Снова проходить. Где это я? Ну, знаешь, я подумал, тут ужасно мало игр, так что вот еще одна. Чего? Так. Ты куда там молодец? Да, я это прочитал уже. Да, как. Эй! Оу. Еще вагонетка. Минутку, ты где? Я еду дальше. Брин. Почему ты едешь дальше? Потому что ты упал, а я поехал дальше. Да, это не дело. О, я проезжаю всю карту. Я ее вижу свысока. Молодец, сюда. Эй, что это такое? Сюда. Зачем ты меня телепортнул? Ну что мы должны эту мини-игру пройти. Какую еще мини-игру? Вот эту. Я уже добежал почти до конца за своей вагонеткой. Надо проходить. Вот эту мини-игру. Сколько здесь собак. Ну давай. Я может, тебя не вижу. Может креативы убить? Креатив-то зачем тебе? Ты че? Можешь креатив рубить это. Как он. О боже, куда я падаю? Что здесь? Что это такое? Нет. Что ты там делаешь, я не понимаю. И я не понимаю, что я тут делаю. Да, я тоже. Где это я? О, я в тебе. Спасибо. Блин, где? Куда ты меня завел? Что тут вообще делать? Не. Да. Ну ладно. Вау, тут он алмазы хранит в туалете. Ну нормально. Дом Ивана Гамаза. О, мой дом, да? Нет, не ходи сюда. Не надо. Ой, к дому капец. Бедный домик. Жители. Тут, похоже, все как обычно в зрителях, но только он что-то там переделывал. И переделывал. В общем, тут ничего особенного и нету.